Уважаемые жители Гагаузии, дорогие друзья, сердечно поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Эти праздники связаны с светлыми воспоминаниями и надеждой на изменения в будущем. 2016 год для всех нас был очередным годом испытаний и трудностей. Вместе с тем мы были свидетелями и участниками многих начинаний и свершений. В этом году мы избрали президента страны, новый состав Народного собрания, и пусть наш выбор принесет только пользу нашей родной Гагаузии, Республике Молдова и каждому из нас. Хочу выразить благодарность всем жителям Гагаузии, которые внесли свой вклад в развитие наших населенных пунктов, в укрепление нашей Гагаузии. Особые слова благодарности хочу выразить нашим соотечественникам, находящихся за рубежом на заработках. Благодаря вам содержатся многие семьи, развивается экономика региона. Уважаемые друзья, пусть 2017 год принесет только удачу и успех. Желаю тепла и благополучия каждому дому, здоровья, мира и всего доброго каждой семье. И пусть удача и успех сопутствуют наших добрых делах. С Новым годом, с новым счастьем!